Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgofast.ru, делай свои ставки и выигрывай реально крутые скины. ksgofast.ru. Проверь свою удачу. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, и сегодня я начинаю играть в CS:GO. Буду честен, я ни разу не играл ни в одной из частей Counter-Strike, разве что в школьные года я бухал коктейль-страйк. Ну, в принципе, созвучно. Counter-Strike, коктейль-страйк, но все же, наверное, не считается. Но все это не важно, потому что мне дали аккаунт, я игру поставил и... Сейчас я начну в ней разбираться, потому что до этого мне разбираться в ней было впадло. У меня были более важные дела, к примеру, гулять по дворам, пить пиво и лапать женские жопы, потом получать пизды от их парней. Но, в общем, все. Игру я поставил, я рад, я в меню, но меню какое-то пиздецки сложное. Какой-то инвентарь, хуинтарь, куда смотреть? Какой-то, блядь, сундук лепрекона, гномье золото, блядь. Что это все такое? Пока что я, честно говоря, не пойму. Награды какие-то тут даже есть, ничего себе. То есть, получается, все те школьники, которые дрочатся в контру по 10 часов в день, получают, блядь, награды, а не пизды от родаков за то, что не делают домашку. Нихуя себе. Помнится, я в детстве однажды за коровой не пошел, потому что эта тварь в меня брыкалась, потом мне было страшно за ней идти, далеко я жил в деревне, я просто охуевал, и корова в итоге съебалась в леса, ее там съели, блядь, охотники под водку. Мать мне такой дала пизды, блядь, а не награды, это было просто охеренное воспоминание из детства. А это чё за ебаный альманах? Я просто в шоке. Пока я все это прочту, мне кажется, и переведу, я уже к хуям состарюсь. Мне кажется, уже все, мне уже игры будут просто нахуй не нужны. Что это все такое? Какие-то пистолеты какие-то рожи крутые. Что? Так, а чё здесь делает Саша Белый из бригады? Я просто не понимаю. Какой-то ворон, что ж ты надо мной вьёшься? 100 языков. В общем, пока что все очень сложно и запутано. Мне нужен какой-нибудь, блядь, Шерлок Холмс, чтобы все это распутать, блядь, награды, блядь. Получается, все эти школьники еще и какие-то, наверное, медали имеют, сука. Ветераны, их стоит, наверное, уважать. Ладно, еще меня очень радует музыка. Эта музыка настолько, блядь, геройская, что под нее даже мне мир будет не впадло спасти. Вот такую ситуацию я представляю. Вот иду я по району, на меня нападает 20 гбарей с ножами, блядь, с базуками. Я врубаю CS:GO, не знаю где, и пижу их просто в клочья, нахуй, в клочья. В общем, такое ощущение, что устроили оргию композиторы «Властелина колец», блядь, «Терминатора» и, наверное, «Хищника». И в итоге у них родилось... Вот такая вот композиция, это просто охуенно. Аркадий Укупник умирает от зависти. В общем, ну что, я думаю, что стоит нажать на кнопку «Играть». И у меня такой вот вопрос, чуваки. Я думаю, что из вас есть много тех, кто в контру дохуя за дот. Почему ножи так дохуя стоят? Почему? Это же ёбаное говно, это блядский нож, ты им... Кого можно убить ножом, я не понимаю этого. Никого, блядь. Почему он такой дорогой? Зачастую я это вижу просто в новостном фиде, какие-нибудь ебаные школьники там, как это, рандом на нож, блядь. И все-таки, блядь, мне бы нож. Я думаю, нахуя тебе нож, долбоеб? Иди пятерку получи по математике, мамка обрадует. Тут нож, блядь, какой-то тебе. Ладно, в общем, начнем играть, наверное, стоит. Нажимаем играть. Так, блядь, тут еще сложнее, нахуй. Инструктаж, хуетаж, игра с ботами. Так, а что у нас, к примеру... ну тут что у нас? Блядь, какие-то покеболы, нахуй. В детстве из таких хуёвин я эти жвачки доставал. Что это все такое? Песчаная сетка, блядь. Так, это все очень сложно пока что для меня. Куда смотреть-то? О, боже мой. Награды. Так, так, так. Ну, в принципе, ладно. Короче, все, харе. А, тут мудить. Мудаковать, начнем играть. А, блядь, что это за мозаики? Похоже на старые такие матрасы, которые всякие бедняки, бомжи, в общем, из всяких таких полосок и лоскутов сшивали, но это явно не матрасы. А, это карты! Dust 2, Bloodhound, карта
пердака, передовой карты резерва. Почему все такой мелкий шрифт, блядь? Я вам чё, сука, телескоп, чтобы все это разглядывать, нахуй? Вы чё? Группы, блядь. Буквы меньше, чем ебучие мошки на моем мониторе. Ну, наверное, выберу эту хуйню тут. Ну что, начнем. Так, что такое? Ну, видимо, поиск. Зимний кейс, блядь, как все это запутано. Ну ничего, я прям чую, что это мне кто-то позвонил или что. В общем, что-то началось, дорогие друзья. Играем мы на карте Лог, битва насмерть. Сделали карту Cat Food, то есть кошачья пища. Не знаю, на что способен Вискас, посмотрим. Запуск мира, как цементная площадка, нихуя себе. Надеюсь, что меня сейчас не заставят строить дома, блядь. Интересно, сейчас меня вообще записывают, просто сейчас все зависло, нахуй. Ладно, я гей. Надеюсь, не записалось. Давай, родной, рожай. Родной, рожай, как будто я актив в гей-паре, что такое? И своего любимого, блядь, повел на роды. Что такое? Я хочу играть, гоу! Так, ну само собой за тираков, тем более тут есть чувак с ником Майнига, я парни, я тот еще нигер. Ну что, мне дали дроп, так, ты кто, я не пойму, ты... А, блядь, что-то я не сразу понял, что это за мудак был, Магнум, похуй, чувак, я тебя найду и убью, понял? Так, а где все, я играю, да? Я играю, я рад, блядь, кровище, антисанитария, нахуй, я же могу спид подцепить. Внимание, живо зародиться с бонусным оружием. Опа. И чё за говно мне дали? Блять, таким пуклом, мне не кажется, я никого даже не убью. Ладно, в общем, так, чё такое? Где все? Ну, блять, ни одного... Так, ты свой. А, я пирак, то есть я... Я его убил, и куда он пропал, нахуй? Ах ты тут, сукан. Или... Блять! Джесси, Сник, Ник, вы, блять, пиздец. Да как так? Из какого-то ёбаного пукла меня звали. Все, я должен хоть кого-то завалить-то. Я пока никого не убью, то я и не выйду. Я видос не остановлю. Я думаю, что видос будет идти тогда, блядь, часов 10. Да что ты будешь делать-то, блядь? Да, конечно, стоит. Ёлка меня убила! Это позор, чуваки, все. Но ты теперь я, блядь, зол. Забьюсь в угол и буду всех высматривать. Ну, суки, давайте. Право-лево. Где там Настя, блядь, я ее сейчас устрою. Всю и... Да как так-то? Они мне ухуячат, суки! Ничего страшного. Это лестница или что это такое? Похуй. Я не хочу дробовик-то... Блядь, меня сейчас убьет, нахуй! Как? Почему меня так быстро убивает, блядь? Сыканы! Нет, я кого-нибудь все-таки звали, его, блядь, я так не успокоюсь, блядь. Где хули прицел не работает? Чё за га... Сукан, как это случилось? Я из него, блядь, литров 20 клою. Как так? Чё за бессмертные хуесосы? Блядский дробовик, блядь, он присел. Ладно, надо учиться приседать. Да раз. Ибо, ну какой-то пиздёж, это что такое вообще? Ноль. Надеюсь, меня не слышно, моего позорного. Чувак, давай, братишка, я Тиму тащу, как могу вообще. Похуй. Блядь! За брата! И двор, стреляю в упор! Я его убил! Я убил одного человека! Я его захуячил, сука, все! Получил, блять, да? Блять, монстр килл! Сука, запах крови я почел! Кура! Сдохни, говно! Блять, кура тоже живущая, между прочим, похуй! Две куры! Охуеть! Так, не знаю, надо идти на Б. Я не знаю, что такое Б, что такое Г. Блять, бась. Так. Магнус! Сука! Магнуса я не убил. Как мой-то ник вообще? Сука, походу нас хуярит конкретно. Так, я теперь снайпер, да? Я заебись. Блять, ушел, сукан! Я за тобой, сука. Я твое очко, блять, вырежу и себе, блядь, как бусы. Повешу. Да, блять, сука, блять. Че вы такие все бегуны? Стань на месте и стой, дай тебя выебу разочек. Конечно, всю жизнь, блядь, играл с ботами ебаными. Вот. Поэтому вообще никакой реакции. Да вообще я по шутерам не очень, но ничего, я надрачусь. Это свой. Так, что-то какое-то затишье, блядь. Стоит рохля. Помню, работал однажды на складе, блядь.
такой хуйней катал поддоны, блядь, с грузом, блядь, тоннавые, нахуй. Это просто охуеть, там что-то, блядь, узбеки были, блядь. И я просто был в шоке. Они в футбол, нахуй, коробками играли, были рады. Я думаю, что поэтому сборная Узбекистана такая сильная и мощная. Блядь. Так, блядь! Какой же я Ну ничего страшного, я пока кого-нибудь не завалю, при этом сам не сдохну, я не успокоюсь. Я думаю, что сейчас все мои тиммейты меня дико хуесосят, но похуй мне, похуй. Привет, братишка, дай 5. Я думаю, что скоро меня не сами начнут убивать, потому что я там тот еще пидор. Но ещё, ща, долгие годы, блядь, тренировок, и я всех начну разъебывать как щенков. Ля-ля-ля. 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 Кура. Свой. Я убил эту тварь! Я убил уже двоих, опять Настя. Настя подошла бы сзади. Лучше бы я к Насте подошел бы сзади, блядь. Опять это говно. Что с ним говнищем? Вот, блядь, опять залупает. Я не хочу быть снайпером. Охуели, что ли? Да, блядь, тут... Барь, а? Ну, будем считать, что что-то я его убил. Но я его ранил, похуй. Блядь, почему я играю с говном? Я хочу нормальный автомат, там, я не знаю, пулемет, блядь, рельсу, в конце концов. Что-нибудь пиздатое, чё... Я не снайпер по натуре, вы охуели? Какая разрушаемость. Пиздец. Вот, наконец-таки. Получай, говно! Сука. Надо ретироваться. Блин, я убил уже почти троих. Чуваки, вы понимаете, тут надо на тап все. Так, а где я-то, блядь? Да, у меня 3 фрага, чуваки, 3, блядь. Я красавчик, я еще не самый худший, нихуя себе. Или мне так кажется, не знаю вообще. Гадей. Че, кто там пиздит, вечно не пойму. Сукан. Я тоже приложился к его убийству, я прям радуюсь, когда убиваю людей. Я думаю, что не стоит на улице. Нихуя себе ты, мразь. Ладно, сейчас немного побегаем, короче. В общем, на все ваши советы и ваши злостные комментарии по типу «Антон, ты ёбаный нуб, чтоб ты сдох», оставляйте в комментариях, я потом прочту. И мы разберемся, короче. Но тут, конечно, надо дрочиться по-много, потому что пока что я та еще рачине. Прям рак к пиву. Так вот, пива нет нигде. Сука, за брата я тебя сейчас трое на одного, пидорас! Ах вы, сучки! Во, наконец-таки что-то прикольное мне подкинули. Так. Блять. Ну, в принципе, не обидно. Хочу в лес. По грибы, блять, я по грибы шел, мудак! Ну чё там у нас дальше-то? Петух! Кто там пищит? Какие-то школьники, что ли, там попёздывают? Пошли нахуй! Блядь! Я просто в ахуе этих... Сука, сдохни, пидорас, блядь! Я тебя убью, говна кусок, блядь! Иди сюда, я уже убил 4, я вошел во вкус. Петух! Все, я в небо улетел нахуй. А нет, все еще нормально. Ах ты, Гандон, я за тобой. Блять, у него лоб-то лаконный, скотина. С какими-то пистолями там бегают. Убли, убледни. Интересно, вот если играешь как лох, там тебе ранги... Я вообще не тут какие-то ранги же, я понимаю, да? Там что-то лейтенант, нахуй, сержант, там вся хуйня. Вот интересно, если я играю как чмо, то ранг... Блять. Я его убил! Я его убил еще двоих, я просто лучший. Короче, чуваки, в общем, вы поняли. Все, я тут просто сяду покойненько и никого не буду трогать. Кто там такой, нахуй? Блять.
Короче, все. Я умер в цветах, как так мечтал любой самурай. На этом с вами попрощаюсь на сегодня. В общем, если вы желаете, чтобы я почаще, ну не почаще, в общем, чтобы еще были ролики по CSGO, но само собой я чуть-чуть надрочусь, чтобы там были стримаки. Также давайте свои советы, там вся хуйня, в общем, вы поняли. То все это в комментарии. Блять. Нет, я все-таки еще одного сейчас захуячу и... На этом мы уже попрощаемся. Но с говнищем я не хочу совсем этим ходить, а я не снайпер. У меня зрение, блядь, минус 100. Поэтому... Пиздос, дайте! Не творится. Еще не привык к тому, что тут прицел такой дрочерский. Все, на этом прощаюсь, чувак, у меня настоящий, блядь, снайпер, я прям цветок ему поставил, похуй, что руку отстрелили, в общем, до встречи, как вы все поняли, пока.